Василий Байдман, как я у вас книжечку забрала. Я сейчас с удовольствием прочитаю. Вот тут рассказик ваш. Люба кошечку купает. Люба кошечку купает, нежно кошечку ругает. Как попала ты под дождик? Где твои калоши, зонтик? Кто, скажи, рыбачит в луже и гоняется за клушей? Что ты делала на груши? Может, мяч вернула лучше? Ты в грязи теперь по уши, потому смеются мыши. Мойся с мылом, капризуля, чтоб не звали чумазулей. Ну как? Понравился. Понравилось? Ваше чтение понравилось. Чтец, спасибо большое. Вот, тут еще могу почитать. Еще прочтите. Давайте. Кукла плачет. Плачет в люльке кукла. Ой, какая скука. Я хочу пойти в кино в ярко-красном кимоно. Еще вот тут про арбузик у вас. Ну-ка. Вот так вымахал арбуз. Не вместит его в арбу. Кран подъемный тарахтел. Словно старый дед кряхтел. И с трудом подняв арбуз, детский сад привел свой груз. Ого-го! Кричит Наурус. Ух, какой большой арбуз! У нас Нижняя Теберда, зона отдыха. Нравится, Марьян, тебе? Конечно. Я ой, тут считаю, здравствуйте. Здравствуйте, тетя Вайдамак. Ой, что-то знакомое. Ой, на этот раз, это, подожди, где-то мы виделись. Халайт, а ты... Армина. Подожди, это ты говорила, что тебя зовут как в школе? Да, Вайдамак Кичерукова всегда я говорила. В школе, да? Что тебя зовут как? Вайдамак Кичерукова. А почему ты так говорила, не зная меня? Не знаю, нравилось. Нет, я-то знала, в школе вы про вас рассказывали. Спасибо большое, Марьям. Поздоровайся, пожалуйста. Это гармонистка такая, вот познакомилась сегодня. И тебя встретила. Вот ты взяла, то не чувствую, попали в кадр. Масяла, масяла. Нет, этот раз расскажи про себя, как ты? Уже закончила школу? Давно. А как фамилиями? Замужем. Уже замужем? Трое детей? А где детки? Здесь, на природе. Ну, отдыхаем. Приду тоже встретить. Молодец. Нормальный муж попался? Слава Богу. Пойдет. Пойдет, ну, слава Богу. Тяша лучше клобосула. Где, в Карачаевске живешь? Да. Машалла, Куандам. Еще раз имя, фамилию скажи. Армина Исмаиловна Байрамукова. Ту машалла. Как рада. Вообще вот 3 дня у меня такие встречи. Вообще нонсенс. Черкесский встретил. Я сюда прохожу, узнала. Узнала, да? Ну... Спасибо большое. Спасибо за уважение. Молодец. Спасибо. Ну надо ж. Байдамат Кичерукова, историческая личность. Спасибо.